Друзья, сегодня я снимаю для вас анбоксинг посылки от Артхаус Материал, их адрес ВКонтакте, сам продавец находится в Сергиевом Посаде, он находится в списке наших поставщиков, проверенных и добросовестных. С ребятами работаем достаточно давно, очень-очень они уж классные материалы для нас поставляют, и очень хочется отметить о них то, что сортность там только первая, всей кожи, да, материалы, инструменты, там все прям выше среднего, что называется. Поэтому не манкируйте, пожалуйста, сходите, посмотрите на их страничку, что там есть, потому что они возят то, чего нет у других ребят зачастую, и какие-то, возможно, для вас редкие материалы, которые вы хотели бы, с которыми вы хотели бы поработать, но их нигде нет, они есть вот здесь. Такое бывает. Это вопрос не шивания, и каждый продавец старается чем-то своим выделиться, блеснуть, и у ребят это отлично получается. Посмотрите, пожалуйста, к вам приходит посылка, где бы вы ее ни получали, СДЭК, почта, DPD, неважно, она приходит к вам надежно запакованной. Хочу отметить, что посылка приехала очень быстро, заказ обработан был день в день, прекрасно совершенно. Вскрываю с оттягиванием упаковки, там внутри есть еще более плотная составляющая. Когда вскрываем ножом, особенно если вы знаете, что внутри кожи, будьте аккуратны, не прорежьте ее лицо ножом. Так. Пакет. В пакете запаковано в картон посылка. Все примотано надежно. Это важно. Потому что дождь, снег и град никто не отменял. Обратите внимание, внутри есть кожа. С двух сторон обязательно рулон должен быть укреплен. Укрепляют по-разному, бумагой, картоном. Специально делают наполнение для того, чтобы кожа не замялась. Особенно, если это такой артикул, который не терпит вот этого самого заминания. Напомню, с ножом работаете очень аккуратно. Даже с учетом того, что внутри картон, от счастья нажать чуть-чуть сильнее. Самое оно. Картон плотный, не грязный. Это тоже показатель уровня ответственности. Каждый раз такую посылку вскрываешь, как новогодний подарок. Что-то такое с под елки чудесное достаешь. И, конечно, неприятно доставать грязные какие-то ошметки. Открываешь, а там что-то страшное. Так. Ага. Внутри туба. Сейчас все увидите. Все закреплено. Все сделано так, как нужно. Это отлично. Посмотрите, внутри картонная туба, на которую намотана кожа. Так делают не всегда, но конкретно та кожа, которая здесь внутри, она требует к себе особенного пиетета. Дорогие друзья, я расскажу вам сказку про Золушку. Накануне определенных событий, неважно, в общем, каких, у Золушки в руках оказалась одна туфелька. Я показывала вам эту туфельку на уроках. Это полоса Horse Trips, кусочек. А вторая туфелька приехала ко мне сейчас. Аккуратно вскрываем. В эту бумагу я заверну мой красивый кожанчик, который находится внутри. Эту упаковку я уже не прорезаю, вскрываю аккуратно руками. Я уверена, вы разделяете мой восторг. Вот она, моя вторая туфелька. Роскошная Мирея. Horse Trips от Harvin. Пахнет. В идеальном состоянии все доехало, упаковано было все очень четко.
И эту кожу нужно хранить обязательно лицом наверх. Я ее замотаю в специальную бумажечку, в отдельную. Вот в эту. И она будет ждать своего часа. Из этой кожи получится очень красивая сумка. Ага. Друзья, это просто очаровательно. Говорила вам о бутылочках-дозаторах для финишных средств для уреза, которыми удобно, можно там как-то приноровиться, которыми, скорее всего, вам будет удобнее наносить само средство на урез. Когда аппликатором что-то наносите, помните, набрали средство, сняли лишнее окраешек и нанесли. Средство в таких бутылочках не сохнет, и такие бутылочки можно приобрести в магазине Art House. Но это просто очарование. Ой. Ух ты, уплотняющая пробочка. Это когда кожевенники делают что-то для кожевенников. Это очень круто. Так, это у нас обмен премудростями. Это лично мне. Ух, как. Уплотняшечки. Ух, как. А, это просто сделана была туба, причем, смотрите, вы обратили внимание на то, какой объем был у этой тубы. Все сделано для того, чтобы кожа с нежным лицом, с своими особенностями, доехала ко мне не заломанной. Это очень важно, это тоже показатель, прям респектище. И, конечно же, приехал бальзам от Art House. Они поменяли, боже, как это роскошно. Ребята поменяли немного внешний вид упаковки. На моем видео раньше я вам показывала, как этот бальзам выглядит. И я очень рекомендую держать этот бальзам дома, в принципе, под рукой. Сейчас я вам покажу, как это выглядело раньше. Я ушла из кадра. Ля-ля-ля-ля-ля. Посмотрите, пожалуйста, раньше баночка выглядела вот так. Теперь она выглядит вот так. Упаковку немного поменяли. Но составляющие от этого внутри не оказалось содержимое менее прекрасным. Чудесный, шикарный, роскошный бальзам. Подновить внешний вид кожи, немножечко ее напитать, придать ей защиту дополнительную. И для ухода за вашими вещами из кожи тоже вот этот бальзам совершенно прекрасно справляется. Я надеюсь, это видео будет полезно вам для правильного обращение с вашими посылками, с тем, что пришло. Всем приятного творчества!